Меня зовут Кондрюкова Анна, я владелец студии танцев «Ипанема и Параиса», где у меня 34 человека в подчинении и 22 хореографа. У меня 2 филиала студии танцев в городе Новосибирске и 16 разных танцевальных направлений. Как преподаватель веду групповые тренировки по направлению «Бразильский зук» и езжу по России с мастер-классами, распространяя культуру бразильских парных танцев. И по данному направлению я организую масштабные фестивали и конкурсы, в том числе в других городах России. Я разработала свою авторскую методику преподавания танцев и сейчас успешно ее передаю своей команде. Первоначально я пришла в Ипанему вести боди-балет, но сейчас я преподаю целых 3 направления – боди-балет, растяжку и леди-хорио. Создала онлайн-курс для преподавателей танцев по маркетингу и продвижению личного бренда. Я вас приветствую на первом уроке, на котором мы поговорим, как набирать группы. Я создала такое пространство, в котором каждый человек будет чувствовать себя комфортно. Танцы для меня – это огромный ресурс, который дает мне положительный заряд эмоций, энергии. Также я реализовалась здесь, выступая на сцене, и теперь просто чувствую себя звездой. Сейчас я наблюдаю тысячи счастливых учеников, которые изменили свою жизнь благодаря танцам. Я набрался смелости, пришел в Ипанему на занятия танго. Меня так зацепило, так понравилось, что теперь я еще нашел окно, в обеденное время хожу на новое направление. Они – мое вдохновение и топливо двигаться дальше. Одним из уникальных преимуществ моей студии является то, что мы организуем концерты более 100 человек-участников. При этом многие из них впервые на сцене. Также у меня есть проекты «Танцуй с тренером» и «Мисс Ипанема», где мы проводим конкурсы талантов. Мы проводим международные конкурсы и соревнования по парным танцам, где участвуют наши ученики в количестве более 100 человек. Мы поддерживаем разные мероприятия общегородского формата, такие как 9 мая и День города на разных площадках города. Мы проводим мастер-классы для населения и таким образом распространяем танцевальную культуру в городе. 3, 2, 3, 4, поменяли ручку направления. 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8. Отсюда встали в пару. И в этом году, по мнению российского интернет-издания НГС, мы вошли в топ-10 лучших танцевальных студий года. Я с удовольствием поддерживаю разные мероприятия города – нетворкинги, форумы, конференции. Принимаю участие как партнер и спикер с целью распространения танцевальной культуры. Сейчас у меня такой стабильный коллектив, который со мной уже более 8 лет с открытия студии, что позволяет мне освободить время для консультаций, коуч и наставничества. Теперь я помогаю предпринимателям выстроить бизнес-систему, освоить делегирование и развить личный бренд. Делегирование – это не только про бизнес. Делегирование – это в целом про то, как вы обустроите свою жизнь. Масштабироваться и добиться своих целей.